Ну тут, пожалуй, конкретное дежавю. Прям очевидный Советский Союз. Городской кинотеатр, мебельный магазин, дом культуры. Это самый центр города Айзенхюттенштадт. Это самое оживленное место здесь. Здесь, по-моему, люди как жили в советское время, так и продолжают жить с малыми изменениями. Фридрих Вольф театр. Вот это. Вот такой вот здесь есть памятник. Непонятно, что он делает, этот памятник. Что тут? Ну, тут, в принципе, все само за себя говорит. Примерно понятно. Но дальше идти не стоит. Все то же самое и никого нет. Вот немножко сидят там в кафе, немного людей. И вот типичный совок. Пойдем туда. Это, пожалуй, самое оживленное место. Это мы приближаемся к тому перекрестку. Вот с правой стороны тот заброшенный отель Луник. И другое здание какое-то слева. Вот там в кафе сидят люди. Здесь такие места на вес золота, драгоценные места, где вообще есть люди. Что удивительно, магазин вроде бы работает. Что вообще крайне удивительно, кстати. Работает ли он? Нет, кстати, я ошибся. Магазин закрыт. Вот такие магазины. Интересно, эти люди знают, что Советского Союза больше нет? Такие памятники какие-то. Здесь. А вот и символ ГДР. Вот эта вот машинка. Она называется Трабант. Легендарная ГДРовская машинка. ГДРовский Трабант. Актуально он здесь стоит. Опять же, мы вышли на ту же улицу. Она, кстати, называется Штрассе дер Републик. Наверное, это что-то похожее на проспект Республики у нас